Прием, прием. Есть контакт? Но меня слышно. Правильно? Угу. Все, тогда начинаем. А, что ж, ну, большое спасибо, что присутствуете сегодня, так условненько скажем. Угу, все, спасибо большое, вижу обратную связь. А, давайте я сначала представлюсь. Меня зовут Анциферова Мария. Я из Японской национальной туристической организации. Если вы вдруг до этого про нас не слышали, то мы там не какой-либо туроператор, не принимающая компания. Мы скорее ваш информационный партнер на поприще Японии. То есть если вам вдруг что-то понадобится узнать, вы всегда можете к нам обращаться. Ну, во-первых, использовать наши информационные источники. Ну, ссылки я потом тоже все покажу. Или, например, если у вас там едет группа людей в Японии, вам понадобятся какие-то путеводители, вы тоже можете за ними к нам обращаться. У нас на сайте есть также варианты в электронном варианте. Но можете заказывать и как бы печатные версии. Это все имеется. То есть путеводители, туристические карты, прочие проспекты. Это все есть. Вот. И, да, сегодня мы, в общем-то, хотели бы, так скажем, приоткрыть завесу тайн для вас, что же такое Япония, как туда попасть, когда туда лучше ехать и что там вообще можно посмотреть. Вот, ну и вообще, когда мы говорим слово «Япония», наверное, у нас такие первые ассоциации, ну, помимо мультиков, возникают, связанные с природой, то есть это цветение сакуры, красные листья кленов. Кто-то вспоминает моменты, связанные с культурой, там, например, гейш, самураев, ниндзя. Кто-то думает про такую кулинарную часть, типа суши, роллы и так далее. Вот, но сейчас, кстати, если вдруг кто-то из слушающих бывал в Японии, вы тоже так напишите, чтобы я более-менее ориентировалась, есть ли вообще такие люди, ну, было бы интересно узнать статистику. Вот, и сейчас я чуть больше внимания хотела бы уделить именно сезону, ну, как я уже упомянула, чаще всего люди стремятся попасть в Японию в самые горячие сезоны. Это сезон цветения сакуры, либо любование красными листьями кленов, то есть весна, осень, соответственно. Но по факту Япония — это направление круглогодичное, и когда бы вы туда ни поехали, ну, всегда найдете, что посмотреть, будет очень много интересностей. Вот если говорить подробнее, там, например, про весну, самый пик туристов у нас приходится на конец марта, начало апреля. Это вот как раз-таки то самое время, когда сезон цветения сакуры приходит в самые популярные места, типа Токио, Киото, Осака. Так, я вот вижу тут комментарий, что подвисает немножко, но надеюсь, что так не у всех. Вот. Ну, если что, в записи обычно это все смотрится, ну, как более плавненько. Вот. Вот. И, да, получается, сезон цветения сакуры, самый пик, это конец марта, начало апреля. Но тут нужно учитывать, что сакура, во-первых, бывает разных сортов, и цветет она, в принципе, по всей стране. То есть самая ранняя сакура у нас начинается где-то вот в конце, ну, середина-конец февраля на южных префектурах, и такой постепенно волной движется на северные префектуры. То есть, ну, мы можем, например, на пару недель раньше отправиться как бы чуть южнее Токио, например, либо на пару недель позже, но там в северные префектуры. И таким образом нам будет и проще найти и гидов, и, собственно, место проживания. Вот. Ну и помимо сакуры, также очень много других моментов, которыми можно полюбоваться. Это, например, цветение сливы до сакуры, либо после сакуры у нас, ну, вот в мае приходит сезон цветения глицинии, или в июне там гортензии, азалии и так далее. Так. Стоит ли мне обновиться? Ну, давайте я попробую перезайти. Я надеюсь, ничего из-за этого не собьется.
Окей. Так, ладно, я вернулась. Добрый вечер. Ага. Ну, хорошо, да, я думаю, в записи все должно быть потом нормально. Вот. И... Нету? Что? Есть. Все, отлично. Вот. И переходим к лету. Лето у нас пока что такой не самый популярный сезон среди туристов. Но тут как бы есть свои нюансы. Самый, наверное, такой большой нюанс – это сезон дождей, который приходит у нас примерно в середине июня на территории Японии и длится около месяца. Но, опять же, нельзя сказать, что прямо вот в течение месяца там какие-то непроступные дожди по всей территории страны. Ну, может быть, только на южных префектурах, вот именно там на острове Кюсю, будут, да, тропические ливни, вероятность оползней. Но если мы говорим про золотой маршрут, то есть Токио, Киото, Осака, то там, в принципе, погода достаточно комфортная. Ну, может быть, там максимум 25 градусов, пасмурно, но, в принципе, путешествовать реально. Вот. И второй нюанс – это температура в августе. В некоторых местах она может достигать порядка 40 градусов. Ну и плюс, если вот мы говорим, например, про Токио, это, вот там этим летом местные жители буквально плавились, и учитываем влажность совершенно другую, там более 70 градусов. Ну, для некоторых туристов это так весьма... ну, тяжело переносится. Поэтому, если нету вариантов поехать в Японию, кроме как в августе, то стоит об этом хотя бы предупредить, о том, что там может быть достаточно жарко, влажно, ну и так далее. Вот. И в то же время, если мы говорим про северный остров Хоккайдо, туда, во-первых, и сезон дождей не приходит, и температура летом тоже держится достаточно комфортной. Это где-то вот в районе 27 градусов. Вот. Но также летом проводится достаточно большое количество всеразличных фестивалей, очень таких красивых, интересных. Календарь событий можно найти у нас на сайте также. И летом очень популярно восхождение на гору Фудзи, но тут тоже такое сезонное развлечение. Именно само восхождение длится только 2 месяца, с начала июля по начало сентября. Вот. Ну и среди пляжных направлений очень популярна Окинава, ну как среди туристов, так и среди самих японцев. То есть они очень часто туда едят именно вот покупаться в теплой водичке. Вот. И если мы уже говорим про осень, то, ну, опять же, это второй у нас по популярности сезон. А самый пик туристов приходится на конец октября и ноябрь. Это, ну, опять же, то время, когда вот сезон любования красными листьями кленов приходится на Токио, Киото, Осака, то есть на наш золотой маршрут. И, в принципе, тут ну, можно использовать ту же систему, как и с сакурой, то есть на пару недель. А раньше приехать, например, на северные префектуры, ну, потому что вот клены — это, ну, можно сказать, такой антагонист сакуры. То есть если сакура у нас с юга на север покрывает всю территорию страны, то клены, наоборот, зацветают там на северном острове Хоккайдо и такой плавной волной движутся на юг страны. Вот, и мы, соответственно, можем там на несколько недель раньше приехать на северные префектуры, полюбоваться этим явлением, либо на... там пару недель раньше уже в южные префектуры, и будет намного проще найти и место для проживания, и гидов. Ну, это вот такие основные моменты. Вот. А также, ну, вот в осеннее время проводится один из фестивалей сумо. Ну, это как один из вариантов, к чему можно приурочить поездку именно в осеннее время. А так вообще этих фестивалей проводится 6, и 3 из них в Токио. Ну, это как раз-таки осенний в Токио проводится. И так, как можно там добраться на юг? Можно... Про перемещение у меня там будет чуть позже. Сейчас все расскажу, в принципе. Вот. Вопросы можете задавать сейчас, я постараюсь в процессе отвечать. Я думаю, так будет, в принципе, всем удобно. Ну, практически лайв-шоу. Вот. Так, и, ну да, хотела бы еще отметить ну, такой фестиваль, как Такаяма Мацури. Он входит в тройку самых красочных фестивалей Японии. Ну,
Чтобы до него добраться, нужно потратить примерно 2 часа езды от Токио. Но, тем не менее, такое мероприятие красивое. Плюс можно посмотреть достаточно интересные места, аутентичные. Потому что сам городок Такаяма, ну, может показаться интересным для туристов. Особенно, если они едут не в первый раз. Или, там, например, едут в Японию на, ну, минимум 10 дней. И вот помимо Токио и окрестностей им нужно что-то еще посмотреть. Да, и всегда заранее составляются и графики любования осенними кленами, и графики любования там цветением сакуры. Но нужно учитывать, что это все-таки погода, и мы как бы не можем так стопроцентно быть в ней уверены. И вот, например, в этом году из-за очень жаркого лета стандартные даты любования, там, например, кленами в Токио, но с ноября сместились на декабрь, и вот как раз-таки те люди, которые купили билет на начало декабря, ну, первые 2 недели, им повезет намного больше. Ну, просто потому что погода. Так вот. Да, и перемещаемся в зиму. Более 70% территории страны занимают горы, то есть японцы вот умудряются уместиться на оставшихся 30%, и в самой Японии находятся более 500 горнолыжных курортов, которые по качеству не уступают американским. Поэтому если вот у вас есть туристы, которые увлекаются именно горнолыжным спортом, вы смело можете предлагать им это направление, тем более что у нас вот есть отдельная брошюра «Снег по-японски», также можно найти электронный вариант у нас на сайте. Там расписаны все такие основные популярные горнолыжные курорты, которые вот могут заинтересовать туриста. И, ну да, если говорим про такой отдых зимой, и было бы, наверное, интересно совмещать вот спортивный отдых на курортах с отдыхом в минеральных источниках, то есть в онсенах. Их в Японии очень много, но вот говорят, что порядка 3000, то есть она буквально утыкана этими минеральными источниками. Вот. И да, некоторые туристы также интересуются конкретно вот обезьянками, которые купаются в горячих источниках. Но таких мест не очень много, но одно из них находится в префектуре Нагано. Это тоже, кстати, достаточно близко от Токио, ну, может быть, там час езды. Вот, и, ну да, тут просто нужно учитывать, что если нужны такие пейзажи именно купающихся мартышек, то нужно ехать конкретно в зимнее время, потому что если мы приедем туда летом, ну, они, может быть, просто будут рядышком с вами резвиться, ну, будет немножко по-другому выглядеть. Вот, и если что, вместе с макаками купаться не разрешается. Вот. Да, и бывают туристы, которые едут в Японию чисто вот с такой, так скажем, идеей фикс увидеть символ Японии, гору Фудзи во всей красе. Если турист едет именно в зимнее время, то у него будет намного больше шансов увидеть ее без облаков, потому что там весной, летом и осенью она чаще всего прячется. Вот. Ну, конечно, бывает, что она открывает свой лик, но тут уже кому как повезет. Это отчасти вопрос удачи. Вот. И как я уже на слайде с весной говорила, то, что у нас есть ранняя сакура. Например, если мы находимся в Японии в там, середине февраля, ну, середина-конец февраля, например, катаемся на Хоккайдо на горных лыжах и перемещаемся на южные острова Окинава, там уже как раз зацветают первые ранние сорта сакуры, и таким образом мы можем убить 2 зайцев. Вот. И да, если говорить уже конкретно про перемещение, то, ну, как вы, я надеюсь, знаете, у нас открылись прямые рейсы из Нур-Султана до Токио. Вот можно, в принципе, ну, посмотреть все доступные рейсы непосредственно на сайте SkyTeam Airlines. Но 2 раза в неделю, в принципе, так достаточно удобно. И есть, соответственно, варианты добираться из третьих стран. Если, ну, опять же, это, наверное, будет больше актуально для тех туристов, которые уже едут не в первый раз и, например, хотят посмотреть что-то помимо Токио. Тут, наверное, могу упомянуть корейские авиалинии, потому что у них около 15 направлений на самой территории страны. Ну, поэтому, если нам там нужно, например, строго на север либо строго на юг, то можно вот воспользоваться такой схемой. Да, и если мы прилетаем
именно в Токио, то нужно учитывать, что в Токио два аэропорта, это Нарита и Ханеда. Так, есть ли у меня здесь указка? Ну, в общем, Нарита красным значком отмечено, и аэропорт Нарита, он находится практически в 70 километрах от центра города, поэтому если у нас рейс совершается именно в этот аэропорт, то нужно как бы учитывать, что еще нужно будет добраться до Токио. И аэропорт Ханеда, в свою очередь, находится буквально на окраине города, то есть нам, чтобы там добраться до центра, нужно просто сесть на метро без каких-либо проблем. Вот. И да, в общем-то, этот прямой рейс из Казахстана пока что принимает только Нарита. Один из самых таких популярных способов, чтобы добраться до центра города, будет Нарита Экспресс. Ну, если у нас нету какого-то там заказного транспорта, типа минивэн или что-то в этом роде. Вот. И в этом году Нарита Экспресс ввел для туристов такую фишку, как при предъявлении загранпаспорта вы можете приобрести билет на Нарита Экспресс со скидкой 50%. Но это нужно делать уже непосредственно по прилету, то есть заранее, к сожалению, не получится. Есть варианты воспользоваться и другими скоростными поездами, либо автобусами, но мне кажется, с учетом вот этой акции от Narita Express, они будут и чуть дороже, потому что, например, лимузин-бас стоит 3000 йен. Кстати, чтобы понять, вообще, что за цифры я вам тут показываю, можно последние две цифры откинуть, то есть вот если, например, здесь 1500 йен, нолики откидываем, и у нас получается примерная стоимость в долларах. Ну, можно ориентироваться как бы, то есть билет на Narita Express около $15. Да, и, кстати, очень не рекомендуем пользоваться такси, потому что такси из аэропорта до Токио будет достаточно дорого. Кто-то говорил, что удалось съездить там за 200, кто-то за $300, кто-то говорил про 500. Ну, то есть раз на раз не приходится. Такси, в принципе, дорогое, наверное, только в Токио, но в других городах поменьше это уже вполне резонно им пользоваться. Вот. И если говорить, да, конкретно про перемещение по стране, самым распространенным способом являются поезда. Я думаю, приходилось слышать про шинкансены, поезда-пули. И вот как раз-таки железные дороги, по которым ходят эти поезда-пули, проложены практически по всей территории страны. Они разве что не затрагивают полностью остров Хоккайдо, самый северный остров. Вот. А так, в принципе, из любого крупного города можно добраться куда угодно. Но вот говорят, что на некоторых отрезках пути скорость этих поездов достигает порядка 300 км в час. Но пока что таких отрезков не так много. И чаще всего это, наверное, скорость где-то в районе 200-220 км в час. Ну, что, в принципе, тоже так достаточно быстро. Вот. И специально для туристов разработана система проездных, которая называется JR Pass. Собственно, вы можете видеть варианты и стоимость. То есть они у нас бывают на 7, 14, 21 день, соответственно, двух классов стандарт бизнес. Самый популярный вариант – это взять проездной на 7 дней. И просто чтобы вы понимали актуальность стоимости, если мы, например, хотим посетить Киото, поехать на поезде до Киото и обратно, то у нас выйдет как раз-таки примерно вот эта стоимость JR Pass. А при помощи JR Pass мы можем в течение 7 дней кататься вообще неограниченное количество раз по всем доступным вариантам. Нужно единственное проверять, на какие поезда он действует, потому что есть два поезда, на которые с его помощью сесть нельзя. Транспорт, является, наверное, одной из самых таких затратных статей в поездке в Японии. Но если мы там уже будем сравнивать цены на проживание или, например, питание, то там все будет намного радужнее. Вот. Но
Да, тоже актуальность покупки HR-пасса всегда нужно заранее обдумывать, потому что если, например, у нас турист едет только, ну, в Токио и хочет окрестности посмотреть, то, может быть, его покупка не актуальна. Но если он хочет зацепить как можно больше городов, то стоит об этом задуматься. Вот, то есть тут уже все зависит конкретно от программы. Да, и если говорить про гостиницы, в принципе, Япония предлагает гостиницы вообще на любой вкус и цвет. То есть это могут быть гостиницы в западном стиле, в японском, в традиционные рёканы. Можно поискать варианты там проживания в храме, ну, при храме там вместе с монахами. Но, наверное, самый такой основной момент, даже если это пятизвездочная гостиница, ну, тот же Ритц-Карлтон, то все равно они по метражу будут немножечко уступать, ну, тем же Ритц-Карлтоном, но в других странах. Опять же, вспоминаем, что 70% территории страны занимают горы, и японцам нужно как-то вот вместиться на оставшихся 30. Да, и если вот говорим про уже такие более скромные отели, ну, типа Токио-Квин или Токио-Квин, это примерно 2 звезды, то там, в принципе, сервис будет, ну, весь необходимый минимум, он будет предоставлен, то есть там тапочки, халат, шампуньки, это все есть обычно, но, опять же, метраж. Скорее всего, это будет что-то вот порядка 10-12 квадратов, ну, и, в принципе, все. Ну, то есть, чтобы вот чисто так поспать, но в таких гостиницах все равно всегда очень чисто. То есть японский сервис, он поддерживается, ну, в любой категории. Так, и да, вот в общем-то рёкан — это гостиница в традиционном японском стиле. То есть если нам нужен такой вариант для аутентичной остановки в Японии, чаще всего, когда мы заселяемся в рёкан, у нас ну, все в таком японском минимализме. Кровати обычно нету. То есть, вот как на картинке слева, там столик посреди комнаты разложен. И ну, чаще всего у туристов возникает вопрос: а где же кровать? Но кровать, скорее всего, разложат, пока вы будете на ужине. И да, есть вариант, что это будет футон, то есть матрас на полу. Но если по каким-то причинам у нас турист не хочет спать на полу, то некоторые рюканы предлагают номера с кроватями в европейском стиле. Вот, то есть такое тоже возможно. Вот. И когда мы заселяемся в рюкан, у нас всегда будет двойное питание, то есть и завтрак, и ужин включены. И именно в рюкане можно вот попробовать кайсеки рёри, то есть трапезу в традиционном японском стиле. Есть, конечно, рестораны, где можно вот как бы отдельно такую трапезу попробовать. Но если вы заселяетесь в рюкан, она у вас уже будет включена в стоимость. Тут тоже есть такой маленький нюанс. Обычно это ужин, который длится там порядка 1,5-2 часов, и в течение которых вам выносят достаточно большое количество блюд, ну, как минимум это обычно 12, иногда бывает больше, там 15-18. И да, хоть это и такие достаточно небольшие порции, но в конечном итоге туристы обычно просто выкатываются из трапезной. Но все равно это достаточно интересный опыт, особенно с учетом того, что всегда к вашему приходу, ну, да, кстати, вы когда заселяетесь в рекан, вы всегда называете время ужина, и именно к вашему приходу повар начинает готовить блюдо, чтобы вот оно было необходимой температуры. И в зависимости от региона это могут быть там немножко разные блюда. Вот, все хорошо. Ну, у всех по-разному. Так. Вот. И очень часто рёканы расположены достаточно близко к горячим источникам, к онсенам. Как я уже говорила, их, в принципе, по всей территории страны очень много, и можно как бы ну, то есть заселиться в рёканы и, соответственно, насладиться местными горячими источниками. Есть какие-то отдельные горячие комплексы, то есть не обязательно заселяться в рёкан. Вот. И самый, наверное, такой большой нюанс то, что не во все горячие источники пускают людей с татуировками.
Последнее время вот есть ссылочка внизу Tattoo Friendly JP. Там можно найти как раз-таки все горячие источники и рюканы, в которые можно заселиться людям с татуировками, ну, без каких-либо проблем. Но если там, например, у туриста какая-то маленькая татуировочка, ее можно заклеить пластырем. Но если что-то достаточно обширное, то в некоторых местах могут попросить удалиться. Вот это тоже нужно как бы учитывать. Вот. И в некоторых рюканах есть такие ванны на... Он сен на балконе. Но иногда это выглядит как ванна, иногда это может выглядеть как джакузи, то есть всегда по-разному. И по специальным желобкам туда поступает вот эта вот минеральная вода из горячих источников. Ну, то есть это такой обход вот этой системы против татуировок. И также некоторые онсены предлагают закрытые небольшие купальни, ну, просто за дополнительную плату. Вот. И сегодня я также хотела бы немножко рассказать про такой проездной, как Greater Tokyo Pass. Он действует 3 дня, стоит примерно $70, и с его помощью можно перемещаться как и по территории самого Токио на некоторых линиях, так и добраться там до близлежащих окрестностей. А, собственно, ну, вот один, наверное, из самых популярных вариантов — это посетить Йокогаму. Йокогама у нас находится примерно в 40 минутах езды от Токио, и конкретно этот район, Минато-Мирай, даже называют городом будущего. Но я, наверное, вот от себя могу добавить, что чаще всего туристы, которые приезжают в Токио, ожидают прям увидеть там 30 век. Но такое впечатление сейчас Токио, к сожалению, уже не производит, но в Йокогаме вот есть отголоски, можно поймать эту атмосферу, как мне кажется. Там также достаточно интересные районы для шопинга, есть и парк аттракционов, очень большое количество музеев современного искусства, и вот эта вот длинная башня на фотографии называется Landmark Tower, обладает также смотровой площадкой, по-моему, третья по высоте в Японии. И в самой ней расположен также отельчик небольшой на верхних этажах. Поэтому, в принципе, если мы туда заселяемся, у нас уже будет такая смотровая площадка обеспечена. Вот. Но, если что, можно отдельно как бы на саму смотровую площадку сходить. И также возможен, там, например, круиз по порту. Вот. И тоже достаточно близко от Йокогамы находится городок Камакура. Камакура — это у нас древняя резиденция сёгунов. И очень часто в программах их даже ставят в один день. То есть, например, утром мы можем вот посетить Камакуру, погулять там по храму Хасадера, который славится своими садами. В тот же день, там, например, храм Котокуин, где сидит большой Будда. Кстати, говорят, что этот Будда такой самый красивый из всех Будд в Японии. Вот. И там во второй половине дня отправиться в Йокогаму. Вот. Потом такой третий вариант — это посетить Хаконе. Хаконе также славится своими горячими источниками, и там достаточно большое количество рёканов. Можно прокатиться на таком пиратском корабле по озеру Аса, и, возможно, вам повезет, и гора Фудзи таки откроет свой лик, и вот по фуникулеру добраться до долины Овакудани, где для туристов тоже вот придумали такую интересную штуку. Например, в местных серных источниках варят яйца, скорлупа приобретает черный оттенок, и говорят, что тот, кто отведал это яйцо, продлевает свою жизнь на 7 лет. Ну, конечно, не знаю, насколько это правда, но можно вот приехать и проверить. Да, и тоже очень интересный момент в Хаконе. Есть музей современного искусства под открытым небом. Там очень большое количество всеразличных интересных скульптур. На территории также есть небольшая галерея Пикассо, то есть подойдет как и любителям живописи, так и вот любителям именно скульптуры. А в целом ничего не понятно, но дико интересно. Вот. И опять же, если нету
возможности уехать далеко от Токио, но хочется как-то вот посмотреть такие горные храмы и вообще вот, ну, приблизиться к японской природе, то отличный вариант – это поездка на гору Такао. А дорога также занимает примерно 40 минут на электричке от станции Синдзюку. Сама гора не очень большая, там 599 метров в высоту. Есть несколько маршрутов восхождения, но, опять же, не обязательно всю дорогу проделывать своими ногами, особенно по первому маршруту, он очень сложный. Примерно до середины пути можно проделать путь на фуникулёре, и там уже чуть-чуть совсем остается до местного горного храма. Он достаточно обширный, такой аутентичный. Можно, возможно, даже повезет там встретить и местных монахов. Вот. И у самого подножия храма тоже расположены очень такие хорошие, качественные горячие источники. То есть можно совместить вот это вот восхождение, спуститься и, собственно, как бы насладиться минеральными водами. Вот. И специально для тех, кто у нас только-только начинает, собственно, заниматься Японией, либо хочет как-то укрепить свои знания, мы разработали тренинг, который называется «Познай Японию». Он находится у нас на сайте, вот, собственно, ссылка в фиолетовом окошке. И, в принципе, visitjapan.ru – это вот наш такой информационный портал основной. Сам тренинг содержит в себе всю такую базовую информацию о Японии, ну вот, начиная с простого, то есть там, например, по страноведению, то есть где Япония находится, сколько там проживает людей, какая в ходе идет валюта и так далее. И постепенно усложняется, то есть добавляется информация про там отельную базу, транспортное сообщение, достопримечательности, идет ориентация по ценам, тоже очень много информации про проездные. Вот, и вам не обязательно проходить это все за один раз. То есть вы там можете одну тему пройти, закрепить небольшим тестом и, ну, соответственно, там на какое-то время отложить. Если вы до этого с Японией особо не работали, то, может быть, ну, покажется, что он такой достаточно объемный. И да, в нем действительно очень много информации, но, тем не менее, вот именно тот необходимый минимум для турагентов, который он в себе содержит, может в дальнейшем очень сильно помочь в продажах Японии. Плюс всем тем, кто закончил этот тренинг, мы высылаем сертификат специалиста по Японии. Ваше имя размещается у нас на сайте. И также вот 2 раза в год мы разыгрываем такие приятности с японской стороны, ну, вот именно среди тех, кто прошел тренинг до конца. Это там, например, набор японского зеленого чая, японские фарфоры, юкаты, вот что-то в этом роде. Поэтому проходите, пожалуйста, по ссылке, регистрируйтесь, и, ну, может быть, вам повезет. Вот, также у нас есть своя новостная рассылка. 2 раза в месяц это 3 слайда в PDF-файле. То есть все самое свежее, самое интересное, что есть вообще в Японии, что-то можно посмотреть. Если вдруг по каким-то причинам до сих пор не получаете, то вы можете нам написать вот на основную почту info@visitjapan.ru, и ну, мы, соответственно, вас добавим в базу, так что вы будете в курсе всех дел. Вот. И, ну, на этом у меня все. Так, я сейчас попробую включить одно видео, чтобы у нас... нет, телеграм-канала нет. У нас есть Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте, ну и, собственно, основной наш сайт. Вот, я сейчас включу небольшое видео, то есть вы можете так 3 минуточки передохнуть, и передам слово своему коллеге Роману. Надеюсь, оно у вас идет. Thank you.
Раз-раз. Звук есть? Напишите, пожалуйста, в чате. Отлично. Все, мне коллеги подсказывают, что звук есть. Замечательно. Меня зовут Роман. Я менеджер проектов японской туристической организации. Собственно, мы с нашей коллеги. Моя презентация посвящена регионам и тем достопримечательностям, которые можно, собственно, в них посетить. Сейчас, секундочку, презентацию я открою. Все, она должна появиться на экране. Если не появилась, пожалуйста, отпишитесь. Ну что же, приступим. Собственно, так, Людмила, небольшие подвисания. Нормально это, возможно. У нас не такой быстрый интернет. Возможно, не такой быстрый интернет у Казьюнина или у вас, или в общем у нас у всех не очень хороший интернет. Но ничего страшного, потом видео можно будет посмотреть в записи. Начнем, пожалуй, мы с острова Хоккайдо. Хоккайдо – это самый крупный остров в Японии, расположенный на севере. Самый крупный на севере остров. Он известен тем, что является очень богатым с точки зрения природных пейзажей. Здесь вы можете найти национальные парки Дайсетсудан, Сикотстоя, небольшой полуостров Сиретоку, которые включены в объекты, в список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Собственно, самым лучшим временем года для визита, для поиски на Хоккайдо считается зима. Зимой здесь, можно назвать, разворачивается самое настоящее королевство снега. Все японцы стягиваются сюда с различных префектур для того, чтобы насладиться этим прекрасными видами и принять участие в различных фестивалях. Например, в Саппоро ежегодно происходит один из самых крупных в мире фестивалей ледяных фигур, фестивали дрейфующих льдин и многие другие праздники. Здесь также расположены три самые крупные горнолыжных курорта в Японии – Фурано, Русицу и Нисеко. Маша уже сказала, что в Японии более 500 горнолыжных курортов. Все они прекрасно оборудованы. Не во всех, но, наверное, в большинстве из них есть горячие источники, в которых вы можете отдохнуть после очередных катаний. Можете искупаться в бассейнах, сходить, не знаю, в тренажерные залы. Все, что будет угодно вашей душе. Итак, начнем нашу обзорную экскурсию по Хоккайдо. Хакодате – это один из самых крупных городов Японии. Если путешествовать, если добираться до Хоккайдо с главного острова в Японии, с острова Хонсю, Хакодате будет первым городом, который вы увидите, выехав из тоннеля Сейкан, который расположен под водой. Собственно, строительство этого... Строительство этого тоннеля, который соединяет Хонсю и Хоккайдо, заняло около 40 лет. Сама протяженность его составляет 54 километра. И, как я уже сказал, большая часть маршрута вашего будет пролегать под водой. Поэтому, если у вас боязнь замкнутого пространства, клаустрофобия, то, наверное, вам следует выбрать какой-то другой вариант передвижения до Хоккайдо, потому что все 54 километра вы будете практически находиться в замкнутом пространстве, в темном пространстве. Вот. Хакодате – это крупный портовый город, собственно, в презентации это написано. Он известен тем, что стал одним из первых городов, которые вообще в Японии открылись для иностранных держав. Сюда со всего мира приезжали торговые корабли. И впоследствии были открыты одни из первых консульств или посольств вообще в Японии.
Да-да-да, Раушан. Все верно. Во время Гражданской войны здесь произошло одно из решающих сражений, в котором было разбито войско Сёгуната, сторонников консервативной традиционной Японии, и ежегодно здесь проходит реконструкция этого сражения, который собирает около 20 тысяч, собственно, зрителей. Главным районом, одним из главных районов этого города является район Мотомати. Из этого района открываются совершенно прекрасные виды на весь город, расположено большое количество музеев и несколько христианских церквей. И по праву одной из самых красивых, если не самой красивой, из них считается православная церковь. Перейдем к столице острова Хоккайдо. Сам Хоккайдо начал свое развитие ближе к концу XIX века. Во второй половине XIX века он был основан, а сейчас население Хоккайдо составляет порядка 1 000 000 человек. То есть достаточно крупный город, особенно по меркам Японии. Этот город также богат на достопримечательности. Его главной точкой считается парк Одори. Это вытянутая аллея, которая делит город на две части, северную и южную. Летом здесь расположено большое количество различных кафешек, ресторанов, а зимой здесь проходит тот самый фестиваль ледяных фигур, о котором я уже сказал. Здесь открываются зимой также катки, ну и закрытые кафешки, рестораны, где вы можете выпить горячий чай, кофе и так далее, чтобы согреться. Ботанический сад – это еще одна достопримечательность Саппоро. Она считается частью первозданного леса, который когда-то находился на месте города. Здесь сейчас расположен музей Айно. Айно – это коренные жители Хоккайдо. Вот, и в этом музее вы узнаете об их истории, можете ознакомиться с предметами их быта, и можете также узнать об истории освоения Хоккайдо. Так, ну, собственно, здесь... Так, Хилаль, простите, я не знаю, ваше имя правильно называю или нет, но микрофон у меня максимально близко расположен к ротовой полости, но проблема только в интернете. Если что, вы сможете посмотреть запись впоследствии. Хорошо. Так, остановился я на музее Айно, о котором я рассказал. И самой, пожалуй, главной достопримечательностью после парка Одори является известный на весь мир пивной завод Саппоро. Саппоро вообще традиционно входит в десятку лучших сортов продуктов пива во всем мире. Открыт он был, этот музей. Там, собственно, производство и музей расположены на одной территории. Сам завод был открыт в 1876 году, и он стал первым в Японии таким заводом. Его основатель Сейбэй Накагава стал первым пивоваром в Японии, пройдя стажировку в Германии. И здесь он создал новые сорта пива. Так. Раушан, ну, собственно, можно добраться или на машине с острова Хонсю на Хоккайдо, или на самолете. Собственно, классические варианты. Атаро – это небольшой городок, который расположен в западной части Хоккайдо, и
у него есть несколько прозвищ. Ну, по крайней мере, в виду он известен под этими псевдонимами в Японии. Учитывая то, что раньше там велась бурная торговля, она развивалась нереальными темпами, и вокруг канала, который вы можете видеть вот в нижнем правом углу презентации, расположились сотни кофеен, ресторанов, торговых центров и прочих, прочих помещений. И благодаря этому он заработал название как Северный Уолл-стрит. Также благодаря тому, что квартал расположен близко к воде, его иногда называют как, ну, японская Венеция. А здесь также располагаются небольшие производства, стеклянные мастерские. Еще одно название Атара связано с его географической особенностью. Дело в том, что в черте города расположено несколько холмов. На юге города расположен холм Зигоку. Он переводится как адский холм. Название он получил благодаря своим крутым холмам, крутым спускам. Имеется также извилистый холм Фунами и гора Тенгу. С этой горы вы можете спуститься. Там действует фуникулер. Также сможете сделать совершенно прекрасные фотографии на город сверху. И близ города Отару также расположен один из крупнейших горнолыжных курортов Японии. Ну, пока на Хоккайдо. Нельзя также не затронуть, пройти мимо музея шкатулок, музыкальных шкатулок. Он открылся в 1989 году, но его история, но он уходит в свою историю еще в далекий 19 век. Как я уже сказал, Хакодате – это тот город, который первым открылся для иностранной торговли, и через него, в том числе в город Атаро, со всего мира стекались музыкальные инструменты и музыкальные шкатулки. В настоящее время в этом музее собрано более 3000 экземпляров, которые были привезены из всего земного шара. Сам музей даже был запечатлен в фильме «Любовное письмо», в фильме режиссера Сюнзи Ивай, снятого еще в далеком 95-м году. Лизат, ну, я думаю, что ссылку вам потом скинут, как и всем участникам этого вебинара. Если по каким-то причинам вы ее не получите, пожалуйста, напишите или нам, или представителям из Казьюниона. Итак, перейдем к главному острову в Японии. Он называется Хонсю. Так и переводится. Главный остров. Главная область. Это самый крупный остров Японии. На его территории проживает 60% населения всей страны. То есть он является самым густонаселенным. И поскольку Япония – это горная страна, большая часть этих гор, конечно же, сосредоточена в этой части Японии. Одной из и самой высокой из них является гора Фудзи. Японцы ее называют Фудзи-сан. Сан – это гора, но также префикс «сан» означает и является уважающим таким префиксом, который уважает свое почтение к этой горе. Собственно, высота Фудзи-сан составляет 3776 метров. Это не просто гора, это вулкан. Пожалуй, о климатических особенностях Маша рассказала уже, я не буду останавливаться на этом. Перейдем к самым популярным городам, к самым известным и крупным городам на этом острове. Само собой, логично было бы начать с Токио.
за столицей Японии и столицей этого главного острова. Одной из главных достопримечательностей, ради которого сюда приезжают люди, туристы со всего мира, является Одайба. Одайба – это насыпной остров, который был построен еще в середине 19 века. Первоначально его цель заключалась в том, что здесь располагались укрепления для защиты Токио с моря, но впоследствии здесь развернулась целая территория, наполненная различными торговыми центрами, отелями, музеями и прочими местами. На Одайбе расположен крупный торговый центр Аквасити. Здесь расположен музей современного искусства Team Lab, который сейчас активно, этот бренд сейчас активно развивается и за рубежом. Всего в Токио есть 2 Team Lab. Вы можете, если вам интересно, мы потом ссылочки вам скинем. Даже я сейчас могу зайти на сайт Team Lab и прислать вам. Вы даже если на сайт зайдете, явно не останетесь равнодушными. Там также можно посмотреть и видео из этого музея. Их 2. Они отличаются. Также есть аналогичные музеи в Сингапуре и где-то еще за рубежом. Но изначально эта сеть начала развиваться в Японии. Район Синдзюку также по праву входит в список главных достопримечательностей Токио. Синдзюку вообще можно разделить на 3 зоны. Зона у западного выхода, где расположена, где сосредоточена большая часть правительственных учреждений, южная часть Синдзюку с крупными торговыми развлекательными комплексами и развлекательный район вокруг Кабукичо, где расположен известный на весь мир театр Кабуки. Какие штрафы, Раушан, уточните, пожалуйста, не совсем понятно. Также в районе Синдзюку расположен крупный национальный сад Синдзюку Гёйон. Он был открыт здесь в начале 20 века. Европейские, здесь расположено большое количество европейских садов в этом Синдзюку Гёйон, которые были разработаны французским инженером. Штрафы какие? На курение или что? Уточните, Рошан. Я в Арабских Эмиратах не был, поэтому не понимаю, о чем идет речь конкретно. Если у вас какие-то вопросы появились, пожалуйста, формулируйте их как можно более конкретно. Ну, можно, да. Но, само собой, распитие алкогольных напитков на улице не предусмотрено. Есть для этого рестораны, кафе, идзакая, пожалуйста. Пейте вдоволь там. Япония – это не мусульманская страна, поэтому как бы на нее такие законы строгие, как в мусульманских, исламских странах, не распространяются. Но, тем не менее, как бы нормы, они везде нормы. Злоупотреблять алкоголем тоже не стоит. Район Рапонги тоже входит в те места, которые регулярно посещаются иностранными туристами. Здесь расположен целый район посольств. Здесь, если вы большой любитель гастрономии, то можно в этом районе можно найти рестораны на любой вкус, будь то это французская кухня, итальянская или какая-либо другая мировая кухня. К слову, Япония – это та страна, которая, согласно рейтингам Мишлен, входит в тройку стран по количеству ресторанов, которые были в этот список, собственно, включены. Она обгоняет Италию и многие другие европейские страны. Район Акихабара является одним из самых
из знаменитых. Здесь в свое время сам квартал начал свое развитие благодаря продажам электроники, радиотехники сначала в 70-х годах, а сейчас здесь расположено большое количество магазинов бытовой техники, электроники, в общей сложности более 250 магазинов. Если вы хотите купить там самый новый гаджет какой-то, вам непременно стоит зайти сюда. Сибуя – это район, который знаменит своим самым большим перекрестком в мире, который каждый день пересекает, наверное, порядка миллиона человек. Возможно, я преувеличиваю, но это самый крупный в мире перекресток. Здесь он даже... был снят в одном из фильмов, из достаточно известных фильмов, с Биллом Мюрреем. Называется он «Трудности перевода». Здесь, на станции Сибуэ, также располагается знаменитый на весь мир памятник Хатико. Императорский дворец – это тоже одна из главных достопримечательностей Токио. Расположена она практически в самом центре. Да. Все верно. Токийский дрифт. Да, императорский дворец – это самая главная достопримечательность Токио. К сожалению, его внутренняя часть открыта лишь два раза в году. Это на день рождения императора Японии и на Новый год. Вот. В остальное время вы можете полюбоваться его внешним видом, собственно, той растительностью, которой замок окружен. И эта территория достаточно большая. Вдоль замка сюда приходят спортсмены, они бегают вокруг него. К сожалению, точную длину маршрута я вам не скажу, но по периметру замка расположены, кстати, очень любопытно, люки, канализационные люки с символами каждой из префектур в Японии. Всего в Японии 47 префектур. Хараджуку – это главный квартал модников. Да-да-да, Раушан, там проходила часть съемок. Ну, собственно, фильм рассказывает о... События фильма происходят в Японии. Итак, Хараджуку – это главный квартал модников в Японии. Если вы большой любитель японской моды, косплея, то вам обязательно следует зайти сюда. Это святыня всего косплея во всем мире. Оино – это тоже одна из главных достопримечательностей Токио. Она известна благодаря своему парку с одноименным названием. Все японцы во время цветения сакуры, проживающие в Токио и окрестностях Токио, собираются здесь для того, чтобы насладиться цветением сакура. И, кстати, здесь во время цветения сакура, это мероприятие называется ханами, японцы распивают легкие алкогольные напитки, вот, в частности, в парках. Район Осакуса – это один из главных исторических районов Токио. Он известен благодаря своему храму Сэнсодзи. Это самый крупный храм в Токио, один из самых крупных храмов Японии. Он был основан в VII веке. Напротив него расположилась торговая улочка, где вы можете купить любые абсолютно сувениры на ваш вкус. Можете купить кимоно, какие-то сладкие подарки вашим друзьям, родственникам и так далее. Все, что можно найти практически в других частях Японии из сувениров, вы можете найти здесь. Но, само собой, исключая какие-то уж совсем специфичные региональные продукты. На Новый год дворец открыт только 1-2 дня, не больше. Но не внутрь дворца. То есть, смотрите,
чтобы вы представляли, дворец – это тот комплекс, который окружен стенами. Все, что находится за этими стенами, считается внутренней частью дворца. Конечно же, в сам дворец, в сами комплексы строительные вы попасть не сможете. Они закрыты, там живет император. Вот. А по территории дворца, которая находится за стенами, вы, конечно же, можете погулять, но, как я уже сказал, два раза в году. Там еще есть возможность записаться на экскурсию. Я не совсем в курсе, как это организовано, но в теории можно попасть на внутреннюю территорию дворца и по записи. У дворца императорского есть сайт, вы можете там посмотреть расписание, записаться и все, что связано с этим процессом. Киото – это главное, это культурная столица Японии. Это главная историческая часть Японии. Долгое время он был политическим, экономическим и культурным центром. Если говорить конкретнее, он был центром Японии на протяжении тысячи ста лет, до тех пор, пока Токио не вернул себе статус столицы в 1868 году, после известных событий в Японии, после реставрации Мэйди. Из всех объектов ЮНЕСКО, которые расположены на территории Японии, 17 сосредоточены именно здесь. Конечно же, самый известный из них – это сад Рюанзи, храм Киомидзу-дера. Здесь, кстати, забылся. Да, главная достопримечательность Киото – это храм Киомидзу-дера и сад Рюанзи. Здесь также расположен бывший императорский дворец. Он расположен практически в самом центре Киото, и к его территории прилегает национальный парк. Его территория открыта. Там император туда периодически приезжает, но он большую часть времени находится в Токио. Да, спасибо большое, Аня. Анна Писецкая – это еще одна наша коллега. Вот она вам скинула ссылку на сайт императорского дворца, если я не ошибаюсь, да, где вы можете записаться на экскурсию. Хигасияма – это восточный район Киото. Здесь расположилось большое количество памятников культуры и архитектуры, свойственных древней Японии. Храм Киомидзу-дера – храм чистой воды расположен именно в этой части, в восточной части Киото. И ежегодно здесь проходит фестиваль Мацури, Гион Мацури. Он проходит здесь с середины до конца июля. Считается одним из главных и крупных фестивалей в Японии. Во время этого мероприятия по главной улице, по этому району Гион проезжает целая кавалькада колесниц, различных паланкинов, которые напоминают о средневековой Японии, а по своему дизайну, ну, Анор, простите, нам вот только остается извиниться, вы можете посмотреть видео в более высоком качестве, только уже в записи. Так, извините, пришлось отвлечься. Еще один главный район Киото – это район Арасияма. Сюда люди приезжают для того, чтобы полюбоваться природой, которая сохранилась здесь с 8 века. Японцы вообще очень любят природу. И экотуризм – это вообще… это все про Японию. Японцы бережно относятся к… Видео сейчас появится. Японцы бережно относятся к
к природе с большим почтением и уважением. Это часть их религии. Так, во время цветения сакуры этот район также преображается, и сюда можно также еще приехать на декабрьский фестиваль Ханаторо, когда все улицы увешаны фонариками, классическими японскими фонариками, которые вы могли увидеть в традиционных фильмах, возможно, аниме. И бамбуковые рощи также подсвечиваются этими фонариками. Нельзя также пройти мимо и замка Фусими, на территории которого расположен один из главных храмов в Японии, Фусими Инари. Он известен своими красными тори. Тори – это врата, красные врата, красные деревянные врата. Вы их можете видеть вот практически в центре слайда. Японцы... Из этих ворот состоит целый туннель, который ведет до храма Фусими Инари. Его протяженность составляет 4 километра, и японцы периодически дарят этому храмовому комплексу такие ворота. И они становятся еще, маршрут из них становится еще более длинным. Осака – это... Осака – это еще один из самых крупных городов Японии. Он по своей численности уступает только Токио. Главной достопримечательностью здесь является Осакский замок. Он входит, считается одним из самых красивых замков Японии, и его история достаточно непростая, но интересная. Он был возведен в конце 16 века, но до настоящего момента он был разрушен, претерпел 3 разрушения, и также 3 раза он был восстановлен. В 1931 году была последняя реставрация этого замка. Он был сделан уже из бетона. И благодаря этому ему удалось пережить Вторую мировую войну. В Осаке сосредоточено большое количество музеев. Самый известный из них – это музей гражданских прав, целью которого является привлечь внимание общественности Японии и мировой общественности к существующим проблемам в области защиты гражданских прав. Здесь расположен знаменитый музей бога манги. Тем, кто увлекается аниме мангой, должен знать это имя — Тедзуки Осаму-сана. Здесь расположен достаточно крупный музей науки, художественный музей, музей восточной керамики и многие другие музеи. Извините, мне приходится на комментарии отвлекаться. Возможно, было бы лучше их для ведущего отключить. Итак, еще одна главная достопримечательность Осаки – это студия Universal Studios, которая занимается, как вы прекрасно знаете, съемками фильмов. И на территории этой студии есть комплекс, посвященный фильмам Гарри Поттера. В Осаке есть несколько кафе с гейшами, куда вы можете прийти, облачиться в традиционные японские одежды, насладиться традиционной кухней, и гейши вас... Простите, Майко, это ученица гейши. Майко будут рассказывать вам об истории Японии, будут развлекать вас своими танцами и игрой на музыкальных инструментах. Кюсю – это третий по величине остров Японии. С главным островом Японии он связан туннелем Камон. Камон – это крупный железнодорожный и автомобильный мост, то есть вы можете добраться до Кюсю как на машине, на поезде, на синкансене или на самолете. Здесь расположено несколько
крупных и активных вулканов, самые известные из которых вулканы Асо, Сакурадзима и Кирисима. Кстати, вулкан Сакурадзима ежегодно извергается от 100 раз и больше, но это не опасно. Хотя и во время извержения, конечно же, сходит большое количество пепла на прилежащие области, но, тем не менее, у подножия вулкана даже живут люди. Так, про вулканы и сейсмичность я сказал, да. Префектура Кюсю славится, готова принять любителей туристов, которые ищут пляжный отдых. Здесь богатая... Также богатая природа, чистое море, и здесь на протяжении всего года достаточно тепло. Главным, одной из главных префектур на острове Кюсю является префектура Кагосима. Она расположена на юге острова, и ее протяженность составляет от северной до южной границы составляет порядка 600 километров. Природа по-настоящему одарила это место красивыми пейзажами, бескрайним океаном, горами и реками. Здесь расположено большое количество горячих источников, а также различных памятников истории и культуры. Всего в эту префектуру входит 30 островов больших и маленьких. Самым красивым островом считается остров Якусима. Он входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. И сюда можно приезжать для того... Пожалуй, этот остров идеален для того, чтобы отдохнуть на пляже, искупаться. Вода здесь, ну, насколько это возможно, максимально чистая. Одной из фишек префектуры Кагосима являются горячие пески. Это связано с все тем же вулканом Сакурадзима. Он достаточно удален от... побережья, но тем не менее его такая сейсмичная активность делает пляжи достаточно горячими. Вы можете закопаться в песке, и считается, что нахождение, принятие таких 15-минутных бань из горячего песка, когда вас закапывают, имеет благотворное влияние на организм, помогает избавиться от целого ряда различных заболеваний, в том числе от заболеваний спины, хондроза и так далее. Но если вы не готовы быть закопанным в эти бани, вблизи пляжей здесь имеются также горячие источники с теми же самыми полезными минеральными элементами. Префектура Оита расположена в северо-восточной части Кюсю. Так, да, префектура Оита расположена в северо-восточной части Кюсю. На ее севере расположена целая лавовая плата. А также здесь расположено большое количество оврагов и ущелий. Здесь в силу того, что в силу активной вулканической деятельности имеется большое количество также горячих источников, главными из которых являются, пожалуй, горячие источники Беппо. Вот они расположены в центре презентации. Беппо считается еще одним таким адским местом, но, пожалуй, оно адски красиво, но не адски опасно. Кстати, считается, что культура буддизма в Японии именно начала развиваться именно из этой области. Она пришла сюда из-за рубежа, и благодаря этому сейчас в этом районе, в этой области расположены
большое количество памятников, именно связанных с этой мировой религией. И вот мы дошли до Окинавы, которую здесь уже в комментариях упомянули. Окинава — это главный туристический курорт в Японии. Здесь он расположен еще южнее Кюсю. Здесь более благоприятный, хотя и на Кюсю тоже достаточно благоприятный и субтропический климат, но именно Окинава считается центром пляжного отдыха. Не только в Японии, но и во всем мире. Учитывая то, что большая часть пляжных курортов сосредоточена в Азии, на Окинаве одни из самых чистых пляжей в Азии, можно их назвать самыми чистыми пляжами вообще во всем мире. Или одними из самых чистых пляжей в мире. Окинава известна благодаря своей уникальной культуре. Это связано с тем, что долгое время здесь располагалось свое собственное королевство, которое было независимо ни от одного государства. Благодаря этому здесь сложилась своя, как я уже сказал, культура самобытная, которая, похоже, местами перекликается с культурой Китая, Японии, само собой, но, тем не менее, разительно от них отличается. Цветение сакуры, кстати, на Окинаве начинается в конце января, начале февраля. Вот, и вы можете, собственно, приезжать сюда, чтобы насладиться цветением самой ранней сакуры в Японии. Также, кроме сакуры, здесь в этот период, в начале февраля, проходит большое количество цветочных фестивалей. Здесь зацветает не только сакура, но и другие виды цветов, в частности, орхидеи, азалии и многие другие. Так, Сикоку – это последний остров, о котором сегодня мы с вами поговорим. Он не такой густонаселенный, как тот же самый Хонсю, но, тем не менее, у него есть свои фишки, о которых мы сейчас с вами и поговорим. Северная, здесь расположен маршрут Кодокан. Так, сейчас. Главный паломнический маршрут в Японии, который связан с религией синтоизма. И японцы изо всех частей страны приезжают сюда для того, чтобы помолиться богам, помолиться о своем здоровье, благополучии своих близких и отдать должное своим предкам. На территории Сикоку расположено огромное количество полей, на них выращиваются фрукты, в Японии все натуральное, но Сикоку является таким цитрусовым центром, на территории которой выращивают апельсины, мандарины, лимоны и прочие виды цитрусовых, из которых впоследствии изготавливают совершенно разнообразные продукты, джемы, лимонады, соки, желе, пудинги и все, что можно вообще представить. И отсюда эти продукты потом распространяются по всей Японии. Остров Наосима – это небольшой островок, совершенно небольшой островок, но он известен на всю Японию своими культурными объектами. Он в каком-то смысле является одним из главных центров современной культуры, современных искусств в Японии. Здесь расположено большое количество объектов и даже целый музей современного искусства. Также на Наосиме, на этом островке, есть музей, посвященный Джеймсу Бонду. Он, к сожалению, сейчас закрыт на реставрацию, но
в частности, события из одного из книги о Джеймсе Бонде проходили именно здесь, в Японии, на острове Наосима. Они описывают события на этом острове. Токусима — это главный, это достаточно крупный остров. Он расположен на востоке префектуры, на востоке острова Сикоку. Он известен благодаря своим водоворотам, диаметр которых может достигать даже до 80 метров. Сюда летом на нерест приплывают киты. Они здесь дают рождение новому потомству. Здесь они их воспитывают. И если вы сюда приедете где-то в июле, вы сможете застать большое количество китов, сделать фотографии, красивые фотографии с ними. Они достаточно дружелюбны. В августе с 12 по 15 число здесь ежегодно происходит главное событие в префектуре. Это танцевальное представление Ава Одори. Оно собирает более 1 миллиона посетителей со всего мира. А в его участии, собственно, участие в этих танцах принимает более 20 тысяч человек. Коти – это родина самой чистой, как считается в Японии, реки Симантогава и тропического фестиваля Йосакой. Сама префектура расположена на юге острова Сикоку. Западная часть этой префектуры окружена отвесными горами, которые... а за ними расположен океан. Река Симанто, как я уже сказал, является самой чистой рекой в Японии. Она известна своей прозрачностью и кристальной прозрачностью. Свое течение она начинает в горах, в небольшом городке Цуно, и впадает в Тихий океан. В этой реке обитает большое количество представителей подводного мира, включая сладкую рыбу, аю и речные креветки. Все, что здесь добывается, вы, само собой, можете попробовать в местных ресторанах, кафе. Любопытно, что для вылова рыбы аю, эта сладкая рыба, использует большие фонари, которыми они загоняют рыбу в сети. На реке Симанто вы сможете спуститься по течению, сможете прокатиться на байдарках, ну и сделать незабываемые фотографии этих славных природных пейзажей. Итак, пожалуй, это все. Я что-то мог упустить. Извините, я периодически отвлекался на комментарии. Если у вас какие-то вопросы остались, вы можете их задать сейчас или можете задать нам по электронному адресу, который Маша уже в чат запускала. Я его еще раз запишу. Также не забывайте о том, что у нас есть онлайн-тренинг по обучению Японии. Вы сможете узнать больше об особенностях всех префектур, в том числе климатических, географических. Сможете узнать что-то, сможете для себя подчеркнуть что-то новое. Это мы вам гарантируем. Так, ну, низкий сезон, пожалуй, это лето, с июня до, где-то с середины июня, может быть, с начала июля до конца августа включительно. Ну, скорее всего, это все-таки, да, полностью лето. Это связано с тем, что в Японии достаточно высокая влажность. Ну, эта страна расположена, окружена морями, океанами. И мало того, что
Здесь температура может держаться выше 30 градусов, а из-за влажности она кажется еще выше. Но, тем не менее, если вы приедете, например, на Окинаву или Кюсю в это время года, то здесь будет более комфортно, чем, например, на Хонсю. На Хонсю в Токио или, например, летом можно приехать на Хоккайдо. Там достаточно прохладно, и сам Хоккайдо, как я уже сказал, богат на природу, на леса. Вы можете заняться там трекингом и просто отдохнуть. Там не будет так невыносимо в плане жары, как в Токио. Но вот если вы хотите в Японию приехать в низкий сезон, то вот вы можете приехать летом. Желательно, конечно, избегать Токио, там будет очень жарко. Очень жарко. Можно приехать на Хоккайдо или вот на юг Японии. Так, еще какие-то вопросы есть? Угу. Все, спасибо большое всем за внимание. Как я уже сказал, вопросы вы сможете задать потом нам по электронному адресу, но и впоследствии вы получите ссылку на само мероприятие, чтобы посмотреть его без каких-либо задержек. Спасибо большое еще раз. Надира, не уверен, скорее всего, ссылка придет вам на электронный адрес, который вы указывали при регистрации, при входе на это мероприятие. Всем спасибо, до свидания.